В главной базе подводных сил Северного флота в городе Гаджиево состоялось учение по радиационной безопасности. В ликвидации фиктивных последствий аварии на атомной подводной лодке приняли участие специалисты служб радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России. Развернут домик в районе цепочки номер 10, готовый к приему хоккеистов с бочки. По замыслу учения, на одной из многоцелевых атомных подводных лодок произошла авария с ядерной энергетической установкой, в результате которой часть экипажа получила дозу облучения. Для устранения ЧП и оказания помощи людям к месту происшествия оперативно выдвинулся личный состав службы радиационной безопасности. Побережье и акваторию района условной аварии заблокировали и закрыли для прохода личного состава и движения транспортных средств. Всех подводников эвакуировали. Субмарину с помощью буксира отвели на безопасное расстояние и выставили водяную завесу для недопущения распространения радиоактивных аэрозолей. Подобные учения наблюдаю впервые. Впечатлен уровнем подготовки специалистов радиационной безопасности флота. В общем-то, вопросы радиационной безопасности, на мой взгляд, конечно, больше всего актуальны на флоте, потому что здесь имеется большое количество радиационно опасных объектов, а именно ядерные энергетические установки на подводных лодках, на кораблях,